По дороге шел, нашел еще одну площадку неплохую с автомобилями. Ну, тут, короче, довольно-таки новые и дорогие автомобили. Volkswagen, Audi, Mercedes и BMW. Так что я по-быстренькому проскочу. Вот, я буду наводить на эти самые, на ценники. Вы там уже ставьте паузу, смотрите характеристики и все такое. Вот, так что побежали. Вот мы видим у нас в самом начале Audi Q8. И дальше идет BMW X5. Посмотрим, что почем. Какой год, сколько стоит. Что-то буду зачитывать, что-то не буду. Вот, короче, кроссовка какая. 89 тысяч. Дальше идет BMW. X5 за двадцаточку. Дальше идет вот такой Мерин. GLC 200. Какой красавец. Вот такая бэха. BMW 220.